Друзья, печальная новость появилась на российском пространстве. Нам сообщают о том, что сегодня рано утром в срочном порядке была госпитализирована любимая наша актриса кино и театра Екатерина Гусева. Срочно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить возможность смотреть наши выпуски каждое утро. Вчера вечером, друзья, она попала в больницу с серьезной травмой позвоночника. Медики сообщают о том, что травма очень серьезная и лечение будет очень долгим. Оказывается, травму позвоночника она получила на съемочной площадке. Как это произошло, сейчас выясняют сотрудники полиции, выясняют, кто же мог отвечать за данную ситуацию. Подробности уже завтра рано утром на нашем канале, так как на данный момент информации очень мало, а полиция в интересах следствия много чего скрывает. Следите за новостями, друзья, каждое утро свежие выпуски на нашем канале.